Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Lexus GS250 в белом цвете 2012 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,5 литра, мощностью 209 лошадиных сил, АКПП задний привод. На машине у нас имеется спойлер, камера заднего вида, парктроники, хорошие резинолитые диски, повторители в зеркалах, пробег 197 тысяч. Пройдемся по салону. Кожаный салон, чистый, ухоженный. Имеется мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, подогрев и вентиляция передних сидений, режим эко, спорт, сноу, круиз-контроль, мультируль, система курсовой устойчивости, омыватель фар, электропривод водительского сидения с памятью на 3 персоны, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Стоимость и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.